Птичка, 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 смотри, какая птичка. И сюда какая птичка, смотри. Боже, она не настоящая. Стоимость статуи составляет около 50 миллионов бат. Здравствуйте. Ой-ой-ой, храмовая кошечка. На-на-на-на. Ну вот, выпила мой апельсиновый сок. Хорошо, что я уже дошел до самого верха. Пей, пей, хорошенькая моя. Ну все, видимо, она мне уже ничего не отдаст. Все. Понесла своим детишкам. Это очень смешно. Движемся дальше. На тайском рынке можно найти любые сырые продукты, такие как мясо, овощи, рыба, креветки, чай и еще кое-что. А какая же здесь ароматная кинза? А какая же здесь ароматная кинза? А какая же здесь ароматная кинза? Какая же здесь ароматная кинза? Я уже весь в кинзе. Я узнал ее по лапкам. Я такое не возьму. Добраться до Равайи Бич очень просто. Да что ж ты будешь делать-то с этими мопедистами, ё-моё? Как тебя зовут, птичка? А это настоящая. Гигантский хвост, торчащий из дороги, понимаете? Это хвост динозавра, судя по всему. Бродишь под этими деревьями и ощущаешь себя настоящим динозавром. Уже приехали? Уже приехали? Уже приехали? О, дубина.